ДСВ, дом студента на проспекте Вернадского, находится в одной из станций от университета. Все студенты ФКИ на протяжении всего обучения живут именно в этом общежитии. На нулевом этаже есть теннисные столы, прачечная, где можно постирать, высушить и погладить свои вещи, музыкальная комната и столовая. На каждом этаже есть кухня со столами, плитами и духовками, а также раковинами. С балконов открывается потрясающий вид на разные стороны города. Хотя великолепные закаты и рассветы можно наблюдать и прямо из окон комнат. Само общежитие блочного типа. На блок, состоящий из 4 комнат, это около 6-8 человек, приходится обычно раздельный санузел. На младших курсах ребята живут в комнатах потрое. Например, сейчас вы видите комнаты наших первочков, точнее уже даже второчков. Но чем старше курс, тем в меньшем составе вы живете. И сейчас на видео комнаты уже на двоих. Пишите в комментариях видео, на какие темы вы еще хотите увидеть. И поступайте на ФКИ!